Добрый вечер. После изнуряющей жары вечер добрый. У нас так. У меня очень много гостей. И каждый нашел свое место под зонтиком. Тишина, спокойствие. Можно сказать, сколько купалось. Полотенце. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, это не точно. Мне кажется, сегодня купалось человек 25. И вот наступила просто блаженная тишина. Тихо, спокойно, как бывает вечером. Сейчас все уберем. Отдохнули. Блин. Это московский, к нам идет ураган. Страшное дело. Приехала сюда, он решил болеть. Ты что, ты меня бегаешь? Ну, тебе. Верунечка, ты вовремя успела приехать. Надюш, убила бы нахрен сразу вот такой. Ох ты! И что же там, да поменьше, конечно. Я же не просто так тебя зову, понимаешь? А я боюсь в доме. А в доме что бояться? Молнии нету. А слышишь, такая молнии нету. Такая штука махнула. Только сильный ветер. Что случилось? Иди посмотри. Иди посмотри, Ксюшка. Какую ветку сломала. Вот такую, если влетит, то молния... Не то, что молния покажет, это на всю насмерть. Ну, это да, это не насмерть, но дурачком можно остаться. На всю жизнь, как знать. Там вон бассейн. Где? Да, у бассейна, я смотрю, вот-вот-вот, вот там тоже. Угу. Так, часть зонтиков все-таки успели мы спрятать, один совсем сломался. Так, убытки. Никаких убыток нет. Абсолютно никаких. Смотрите. Не слабенькая, да? Не дай бог был бы в машину. Ну, понятно, в нас-то нет, потому что были в доме. И то я не хотела домой заходить. Это я уже убрала ветку. Ну, ладно. Все нормально. Все живы, здоровы. Ну, уборка, как всегда, завтра. Это будет завтра. Небольшой улов. Небольшой. Видите пар? Это мы паримся. Это от моих рук. СНТ погрузилась в темноту. А мы не только паримся, мы еще и купаемся в бассейне. Ни у кого нет света. А у нас гирлянды на солнечных батарейках. И вот в лесу я перед беседкой тоже украсила гирляндами на солнечной батарейке. На солнечной батарее. Дождь опять. Я хотела показать вам, как можно париться при свечах. Я бы не сказала, что это интим. Нет. Доброе солнечное утро! Ну, 12 часов нет, 12 часов нету света. И теперь моемся на улице. До тех пор, пока не закончится вода в баке большом. Он же тоже от света питается. Так, ну еще раз подойду я к этому дереву. Попытаемся спасти яблоньку. Попытаемся.
потому что ветка ее не сломала, но надломила. Вот сейчас Саша сказал. Стянет. Ну, думаю, выживет. Жалко. Но я, знаете, как говорю. Вообще, когда все такое происходит, сразу вспоминаем высшие силы, вспоминаем Бога, что слава Богу. Это не прилетело никуда, куда не нужно. Очень много друзей Верочкиных и Надюшкиных. А еще к нам сегодня приезжает Сашина сестра с мужем и с лабрадором. О, гортензия распускается уже. Какая она высоченная. Так что великолепно проведем время. По возможности поснимаю. Или наоборот, не буду ничего снимать. Ну вот, не сразу заметили, что от сильного ветра прокинула скутер. И он остался без зеркал. Валялся. Ну ладно, ничего не помялся. Все нормально, все хорошо. На соседнем участке упало 3 дерева и прямо на провода. В общем-то, из-за этого нас сразу отключили свет. И столб упал в соседнем СНТ. Мы завязаны все на одной подстанции. Поэтому ждем света. Непривычно, 12 часов нету. 2 холодильника. Ну, хоть какая-то польза. Сварю варенье. Да уж. Даже ничего не могу сказать. Трудится, трудится. Давай, мой хороший, трудись, трудись. Ну, что делать? Вот так вот. И это он не запущен, понятное дело, что это столько ветром нанесло. Сашина сестра Света привезла вот такую штуку. И теперь я пробую обрезать все. Свет, вот это смогу? Переверни, наоборот, переверни по-другому. Как? Ну что ж ты, ну нормально, то есть вот так вот. Вот так вот? Ну конечно. Она села. Ай! Короче, вот меня... это можешь. Да. Вот короче, сухой. Короче, у меня все замерзло, подсохло. Вот так вот, да, Света? Да. Вообще, ну все, ну все, Любаша, держись, моя, держись, стоп, ты... ага, вот так вот. Ты перпендикулярно держи, а то ты держишь не перпендикулярно, а, ну понятно. Как секатор ровно. Ну это все равно, Свет, ну это пилить, да, это пилить. Ну вот, вот попробую. Привет. А нет. Что Ина загнулась? А что загнулась? Морозы были. Морозы мало. Морозы мало. Так. Главное себе пальцы не обрезать, да? В общем, хочу показать вот. Перпендикулярно держи. Вот так вот. Нет. Угу. Ну как вот так? Перпендикулярно. Здесь вот так. Не прям даже это страшно. Дай бог, что попадет под руку вот еще. Про то, да. Главное пальчики не совать. Опа. Ребята. А это сложно. Это большая, хорошо. Нет, вот, смотри. Что еще? Да, здесь уже. Это уже все. Ну, это мелочевка. Это я и могу и так руками перела. Но все равно так интересно. Я даже знаю, кому это понравится. Я могу сказать. Мне точно это надо. Я сразу скажу. Вообще. Ну, так это бласто, конечно. Но это не возьмет. Это нужно все пилить. Ну, в общем, что мы сделали с яблоней? Вот, перемотали, побинтовали, и я думаю, что она приживется. Ну, приживется. Хотя у нас мнения разделились.
у всех, что делать. Я говорю, я хозяйка, я пока выхожу, а срубить я ее всегда успею. Обижаю тебя, да, малыш? Ах, он Чарли какой, он тебя за хвост схватил и таскал тебе за хвост. Бедный мальчик, Чипс. Ну, прости, пожалуйста, моего оболтуса. Чуть хвост не оторвала. Молодцы. Площадочку. А то наша лестница совсем раскачалась. Ее подмыло. Вздыхаешь? Жилка. Чего я там ищу? А я принесла мешки. Ну, это маленькие, это не а у Саши там есть мешки. Это обычно из-под сахара, вот такой мешок, если есть. А мы сахар не едим, поэтому у нас мешков нет из-под сахара. В общем, как хорошо, когда приезжают гости и начинают работать. Отлично, Светик. Я очень рада. Ты себя увидишь в моем видео. Ты что, смотришь мои видео? Мало, давай еще куда я пойду. Сейчас Саша даст. Чарли, не вздумай. Чарли, отстанет чипсы. Чарли, не вздумай даже лаять. Чарли, нельзя. И нельзя, и не... нельзя. Нельзя. Упаковываете на продажу? Ну, нет. Да, куда нужно? Саша, дала тебе этот суп. Куда суп? Пакетики, пакетики дала. У нас огромные мешки с мусором. Его попилить надо. Попилить сначала, Леш, попилить сначала. Тихо, тихо, тихо. Не... Давай поднесу поближе. Вообще-то это моя пила. Ну, мы же для общего блага ее используем, а не в корыстных наших личных целях. Мне пилим. Ну, конечно, убираем с участка. Хорошо. Хорошо. А что, мы вручную должны пилить? Отдыхаешь, пока народ здесь работает. Замечательно. Вы видели, хозяин отдыхает? Сказал, что пускай работает за еду. Кто? Вы. А хозяин где? Ну, отдыхает. Нанял рабочих. Нанял рабочих, да. Ну что, молодцы гости. Гости наши молодцы. Надо почаще приглашать их. Сэр, вас не видно. Черный на черном не видно. Привет. Чипс, привет. Чарли, спокойно. Спокойно, спокойно. Все хорошо. Не лезь. Запах от девушки. Девушка с персиками. С дынками. Так. Можно ваши дыньки потрогать? Потрогать нет, понюхать можно.